Нужно найти на пляже припасы. В обойме пусто. Нужно найти лагерь. Конью. Как он до сих пор работает? Наверное, знаки — это код, о котором говорила Лита. Стреляет. Лучше не шуметь. Конью, патруль. Я так и узнала, что ты помогаешь, лидер. По запаху. И грохнула тебя. Теперь я сообщу об этом своим. А ты? Тебя медленно по кусочку сожрут птицы и крабы. Для них ты просто мясо. Старгенто! Фир, убери! Черт! Разойдись! Ну все, с меня хватит! Добраться до Либертад, украсть лодку, свалить нахер из Яры. Все просто. Теперь я говорю сама с собой. Перфект. Клару разыскиваю не только я. Что это? Может пригодиться.
Ой-ка, не трогай меня. Повстанцам нелегко живется. Давненько я не пользовалась кошкой. Клара не любит гостей. Ты же не выстрелишь мне в затылок. Я Дани. Мы слитые друзья. Силенсио. Выжила только ты? Отвечай! Отвечай! Выжила только ты одна? Си. Повезло. Лита знала, на что шла. Это все, что ты скажешь? Ты здесь. Это главное. Нет, погоди, Эрмана. Я хочу свалить из Яры. Но ты в моем лагере. Я пережду здесь пару дней. Либертат не приют, Эрмана. Лита сказала, ты поможешь. А мне сказала, ты не струсишь. Ком им ярда. Ты ведь сирота, Си? Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани, твои родители мертвы из-за Кастильо. Почему хочешь бежать? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасет. Это Педро Альбису. Хочешь спасти Яру умными словами? У меня есть цели. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоев, свобода Яры от Кастильо. Все просто. Ну да. У Кастильо всего 300 тысяч солдат. У тебя 6 потрепанных вояк и еще пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Мы решили провести на этом острове операцию. Ничего сложного. Атаковать плантацию Вивира, украсть топливо и домой. Но солдат Кастильо предупредили. Из 60 бойцов осталось 6. Вам нужно вернуться на базу. Да, но нам не прорваться через блокаду. У нас нет лодок, заканчиваются боеприпасы. И мы не уйдем, пока плантацию Вивира не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы и знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видела. Они появились в 67-м благодаря легендам и опутывают всю Яру, словно паутина. Теперь их используем мы. Они помогают нам устраивать засады на Сольдадос и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А эта карта верна? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населенные пункты и достопримечательности Яры. Ты разберешься. Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу тысячи.
Ты же знаешь, я не повстанец. А Витя сказала тоже? Я выделю тебе еду, койку и даже лодку, поплывешь к своим янке. Но взамен придется стрелять и лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся и скажи, как будешь готова платить. Есть разговор. Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан помог мне создать Либертат из ничего. Кортес, сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень... Без Хуана нам крышка. Ты позволишь этой Сингаде остаться? А в чем дело, Хулио? Дело в том, Клара, что у нас тут не богатей. Дани будет здесь, пока помогает нам. Это не подарка, а взаимовыгодный обмен. Но ты ее даже не знаешь. Глупо отказываться от помощи. Нам нужны бойцы. Вот и все. По-твоему, эта девчонка боец? Скоро мы это выясним. Hola, guerrilla. Эй! Что? Ты кто? Признавать.
Привет. Ола. Где была? Ты вроде новенькая. Дани, как связь? Ты меня слышишь? Прием. Слышу. Ваша шпионская фигня работает. Бьен, если не хочешь неприятностей, держи оружие в кобуре. Особенно, когда вокруг Сальдадос. Си, я учту. Иногда лучше не лезть в драку. Суэрте.
Сегодня мы напиваемся в самом худшем баре Яры. Или я в Колумбии, Кирате, Чечне. Оставь бутылку, зачем бегать? Да надо. Так, Гуапо, правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар с уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, Гуапо? Тут тебе не зоопарк, Абуэлло. Клара меня прислала. Си, я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чем ты говоришь? О твоем взгляде. Ты убедишь себя в том, что все не напрасно. А потом поймешь, что подсела, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Вот ведь крыса. За твой труп дадут больше. Что за хрень? Си, ты явно нравишься Гуапо. А я испортил хорошую книгу. Буэно ми сосиос, вамонос. Кажется, мы здесь как-то загостились.